Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале AlexPlay, и это видео по игре Euro Truck Simulator 2. Продолжаю я колесить по дорогам Испании, и сегодня я поеду в Португалию. Кто там сигналит? Иди в баню. Сегодня я поеду в Португалию. В общем, что у нас тут? У нас тут получается груз из Саламанки в Гуарду. Ну, не совсем Саламанки, мне пришлось полететь в Мадрид в свободной камере, чтобы я взял груз отсюда вот сюда, потому что из Саламанки ничего сюда не было. То есть был какой-то транзитный путь через Португалию. О, кстати, через Порту был путь, да? А, в город Виго. Во, ну, мне такое не годилось, да и там расстояние было большущее, ну, такое себе. Так, из Гуарда, я надеюсь, мы поедем дальше в Лиссабон. Ну, было бы неплохо, конечно, поехать туда. Кстати, у нас здесь есть платные дороги, да. То есть в Испании у нас тоже есть платные дороги. Вот, я еще на них как-то не попал. Довольно-таки странно как-то, что я на них не попал. Ну, вот, кстати, видим, что здесь у нас только платные дороги. Вот, да, вот здесь почему-то нет. Вот. То есть я не знаю, почему. Почему так? Вот, что так, почему именно так? Вот здесь куча платных участков, а здесь вообще ничего нет. Ладно, хорошо. Заводимся. Хорошего пути. Спасибо. Да еду я, еду, все. Ты ё-моё. Такая вот у нас здесь заправочка. Кто не знает. Интересная. А вот это вот что такое? А, это мойка, типа, да? А, прикольно, мойка сама, да? Мойка самообслуживания. Прикольно. Не, у нас тоже есть мойки самообслуживания, но чуть-чуть не такие. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Так, проезд без остановки запрещен. Выполняем. Выполняем. Остановились. Вот уже проехал бы, если бы не этот знак. А, ему направо. Ай, блин, там транзит едет. А, ему тоже направо. Ах, этот звук неприятный был. Поверните налево. Ну, видели, какая полиция в Испании колесит? Поверните направо. Фух. Успели. Хорошая тормозная система здесь. Что-то я как-то набрал скорости, да полетел, блин. Давай. Тащи. Это ж не Россия. Выехал. Хм. Ну что, ребят, как вам дополнение? Обязательно оставляйте комментарии под это видео. Пишите, как вам нравится, не нравится. Оставляйте все. Также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ну и, кстати, наконец-то впервые за... Сколько? Два? Это уже третье видео. Я впервые смотрю наверх, что у меня там. Да, я такую реношку хотел бы иметь. Да, это уже не машина такая, блин. Все есть, абсолютно все. Все, что надо. Даже что не надо. Да, но физика, конечно, топчик. А? Как вам физика? Красота. Не, ну реально очень красиво. Блин. Коробки мало. 11 передач. Ну это капец просто какой-то. Это пожоха меня, да? Французы. Еще одна.
Не, это... Я даже не понял, что это поехало. То ли Volkswagen, то ли Peugeot. Не, не похоже на Peugeot. У нас Бэха поехала. А какой у нас здесь смартфон? Мне просто интересно. Не поймешь, какой это смартфон. Ну, хрен его знает. Ну, кстати, смахивает на Android, походу, да? То есть это уже не iPhone. Или iPhone. А просто iPhone не было. У меня Android. Почему-то сразу прикинулось, что это вроде какого-то Meizu. Или Xiaomi. Но, блин, так не определишь. Так, вот у нас Португалия, ребят. Такая вот табличка огромная, Португалия. Ограничения, кстати, какие-то у нас ограничения 120. Ну, в принципе, как и в Испании, да. 120 на магистрали, 90 за городом. И сколько там, 50 или 60 было в населенных пунктах? Я не видел вообще знак толком. Да. И здесь у нас интересная система. Гляньте, какой у нас тут платный участок. Видали, да? Круто. Впервые вижу такое. То обычно платные участки как, блин, вот растянуты на весь на всю дорогу, да? Подъезжаешь, проезжаешь через эти шлагбаумы. А тут гляньте, какая система. Проехал, хоп, списала и все. Чуть круто просто. Так, ну едем дальше. Может это один такой? Посмотрим, как у нас дальше будет. У нас тут, в принципе, по Португалии есть платные участки, я посмотрел. Мощность падает. Мощность упала конкретно. Блин, эти перескоки с 8 на 11 вообще не катит. Какой универсальчик поехал. Ох, и телегу везет. Гляньте-ка. Дом на колесах. Где-то тут поворачивать надо уже. Я так понимаю, надо занимать правую полосу, судя по всему, судя по разметке даже. Что здесь только с одной полосы можно повернуть. Затем съезд справа. Ну да, так и есть. Съезд справа. О, гляньте, какая. Какой указатель, блин, на кольце на всю первый эту. съезд. Так, движение под горку. Подвели сцепление. Вот бы так все было и в жизни просто. Хоп, подвел сцепление, газку дал и поехал. А как-то в жизни по-другому все воспринимается. Я под горку трогался как-то. Вот. Ну, я же начинающий водитель только. Держитесь. Помню, как первый раз ехал, блин, думаю. А машина же другая была. А меня учили вообще на ручном тормозе трогаться с под горку. Я думаю, ну блин, ну куда там ручной тормоз затягивать, потом трогаться. Это же не то совершенно все. Пока то все, блин, то уже и поехать надо. Педалями не учили меня работать. Так, на кольце гуарда. Третий съезд.
Гварда, гварда, и нам надо налево. А как нам тут налево повернуть? Давайте как-то попробуем аккуратненько. Сейчас съедьте. Пешеходные, пешеходы не переходят пешеходную дорожку. Держитесь правее. На кольце третий съезд. Сейчас съедьте. Все. Покидаем гварду. Или гварду. Не знаю, как там правильно. Приготовьтесь к повороту налево. Единственная компания у нас здесь, да? Или, может, я просто еще не увидел их? Толком. А, это... Затем я так понял, здесь правду. Одна компания. Ну, ничего страшного. Одна так одна. Поверните. Так, нам сюда надо. Мы прибыли, конец пути. Как бы нам его стать? Как бы нам развернуться надо, да? Давайте развернемся. Аккуратненько. Так, ну здесь надо, по-моему, 90 градусов. Так понял, да? Стоп, а где у нас эта разгрузка? Это точка. Ага, все. Тут ничего не цепляем. Аккуратно, здесь тоже ничего не цепляем. Газуем, газуем. О, кто-то подписался. Классно. Там мы уже не будем цеплять по полосочке. Не, чуть-чуть сюда надо. А пойдет. Так, и разоружаемся. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, текущие. Ну да, в общем, все, ребят. Давайте теперь будем кататься по Португалии. Хотелось бы, конечно, еще и по Испании поездить немного. Ну, блин, слишком много всего. Так, ну я думаю, что здесь у нас будут какие-то грузы. Ага. О, Лиссабон. Отлично, слушайте, отлично просто. Шикарно. То, что я и хотел. Лиссабон, ребят. Консервированный тунец. Берем и оставляем его обязательно на следующее видео. И компания у нас тут же. Отлично. В общем, все, ребят. Давайте всем пожелать счастья, здоровья, удачи. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем давайте пока. Увидимся.